Традиционная областная выставка «Мягкой игрушки» открыла свои двери для всех желающих. Разнообразие техник и форм, представленных на экспозиции, приятно удивит даже взыскательных рукодельниц. Вязаные мягкие игрушки, поделки, сваленные из шерсти, всевозможные дополнительные элементы, созданные в технике кройки и шитья. С этим и многим другим могут познакомиться брещане и гости города над Бугом, посетив областную экспозицию. Уже в 10-й раз здесь представляют свои работы лучшие юные рукодельницы региона. Лоскутная мозаика, вот очень интересная, панно новогоднее интересное. Вы знаете, я даже не могу сказать, что что-то здесь такое вот... Потому что каждая работа заслуживает внимания. Так как выставка посвящена празднованию Нового года и Рождества, то главные гости вернисажа – давно уже полюбившиеся сказочные персонажи – Дед Мороз и Снегурочка, Баба Яга и Леший, Снеговики и клоуны. Однако центральное место экспозиции отведено главному талисману 2015-го по восточному гороскопу – Козе. При отборе работала компетентная жюри, но я хочу сказать, что отобраны практически все работы, потому что работы действительно оригинальные. Интересные, творческие. Ну, детские работы, они всегда по-своему, каждая работа имеет свой характер, они очень интересные. Мастера иглы и ниток постарались на славу. Всего на выставку было отобрано около 1000 ярких, красочных и интересных работ. Кстати, те, кто еще не познакомился с этим великолепием работ, еще могут заглянуть на вернисаж. Двери импровизированной галереи Центра молодежного творчества открыты для всех желающих.